Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, ответы на любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои и ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Все в ваших руках и в ваших мыслях. Давайте посмотрим. Вернее, давайте будем привлекать удачные события. Будет 4 карты, и по каждой карте я расскажу, как же привлечь удачные события. Можете выбрать 1, 2, 3 или даже 4, ведь каждый из советов привлечет удачные события. Сосредоточьтесь на себе любимых. Сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, улыбнитесь. Улыбка меняет жизнь. Я точно знаю, что те, кто смотрят меня постоянно, всегда улыбаются. И, конечно же, со временем это входит в привычку и меняется жизнь. Ну что, привлекаем удачные события. Первая карта. Как же привлечь удачные события? Ну, хочу сказать, тут нужно немножко терпения и не останавливаться на полпути. Ведь по этой карте это удачные события придут не так быстро, как вам хочется. Поэтому я говорю набраться терпения. Ну и второе, не останавливайтесь на полпути. Еще могу сказать, что вот эти удачные события будут связаны именно с материальной сферой вашей жизни. И тут результат придет не сразу и не полный. Вначале как бы произойдет скачок и придет, можно сказать, 70% от решения задачи или достижения цели. Потом пройдет еще какое-то время, и вот ваша цель будет достигнута на 100%. Давайте будем привлекать по второй позиции. Что же, как же привлечь счастливые события, удачные события по второй позиции? А вот по второй позиции опять нужно терпение, потому что есть вещи, которые от вас на сегодняшний день скрыты. Для того, чтобы их открыть, не давите на ситуации, наоборот. Отпустите любую ситуацию, которой вы ждете вот этих удачных событий. Отпустите ситуацию, и очень скоро вот то, что вам надо знать для вот этих удачных событий, придет к вам само. Просто пока вы держитесь за ситуацию и каждый день ждете, когда, это отдаляет именно вот эти удачные события. Ну и еще, знаете, вот тут еще ситуация, в которой могу сказать, может проиграться. Меньше знаешь, лучше спишь. Предвкушайте именно результат этих удачных событий. А вот каким образом они к вам придут, это уже не ваша проблема. Это задача Вселенной. Третья позиция. Привлекаем удачные события. Ну, ваши удачные события уже тут, уже на пороге. Это десятка кубков, это счастье, радость, удовольствие, прекрасные отношения. Это карта, в принципе, больше именно о межличностных отношениях, хотя по этой карте, я знаю, когда я предсказываю на личных консультациях, она приносит и
материальное благополучие, потому что это вот это внутреннее ощущение счастья и гармонии, которое притягивает не только любовь и отношения, а притягивает уже и благополучие материальное. Тут могу сказать: откройтесь, разрешите себе иметь все, все, что вы хотите. Так и говорите себе: я вот хочу сделать, я начала работать еще над несколькими практиками, одна из которых будет «я разрешаю себе», потому что это большая именно проблема людей, которые почему-то люди многие считают, что им это недоступно, что им это не дозволено, что для них это невозможно. И это очень большая проблема. Простите, вот это именно проблема. Разрешите себе принять вот эти удачные, счастливые события, потому что они тут. Четвертая позиция. Давайте посмотрим, как же привлечь удачные события. Ну, ваши удачные события не совсем тут, но они к вам идут. По этой карте это звезда. Звезда исполняет желания, исполняет любые желания, просто это не совсем быстрая карта. Ваши удачные события по пути к вам. Тут опять же могу сказать, не разрешайте себе уходить от цели. Не разрешайте себе опускать руки. Это карта вдохновения, это карта притяжения именно удачных событий. Вы их притягиваете. Кстати, вот я вам ближе покажу эту карту. Вы можете просто на нее смотреть и повторять вот и ваши желания и те удачные события, которые вы хотите притянуть, потому что они уже на пути к вам. Кстати, вот тут именно предвкушать, делать ничего не надо. Кстати, по всем, кроме первой позиции, во всех остальных позициях нужно подождать и принять. А вот делать, по большому счету, нужно только то, что вот насущно. Вам Вселенная покажет, что надо делать для привлечения вот этих самых счастливых событий. У вас у всех они на пути.